В редакцию РТС пожаловались жители Белого Яра. Там на нескольких улицах не вывозят мусор. Обеспокоенные сельчане прислали вот такое видео. Мы вынуждены ждать долго, когда же нам вывезут мусор. В данном моменте это уже более 2 недель. У жителей уже есть печальный опыт, когда отходы приходилось хранить несколько недель. Так, например, было в новогодние каникулы в прошлом году. У людей есть информация, что региональный оператор в очередной раз меняет подрядчика. Пока перевозчик не определен, мусор может осесть в селе на неопределенный срок. В преддверии праздника эта новость жителей не радует. Мне мусор складывать уже некуда. У меня уже полные ведра. В моем доме проживает инвалид 2-й группы. В Аэросети 2000 пояснили, что компания действительно начала самостоятельно вывозить мусор. Сейчас решаются технические вопросы. И уже завтра на указанный в жалобе адрес будет направлен транспорт. Съемочная группа РТС проверит, как мусорный рекоператор выполняет свои обещания.